Месяц назад был дан старт акции «Служебный транспорт в служебных целях». Однако количество чиновников, пользующихся в личных целях госимуществом, не сокращается. Многие руководители возят на служебном транспорте своих детей в детские сады и школы. Подробнее в материале. Ранним утром в 7:30 на одной из улиц Тараза с включенными сиренами мчится полицейская машина. Как оказалось, полицейские спешили не на очередное правонарушение, а в поликлинику. А это детский сад номер 28, расположенный в 3-м микрорайоне. Здесь также мы замечаем авто с номером 03008, принадлежащий ДВД области. Скорее всего, на заднем сидении находится полицейский в высоком звании. Следующий автомобиль с номерным знаком 016-ВВ-08 остановился возле детсада Инжу в 13-м микрорайоне. Машина находится в служебном пользовании у сотрудника акимата. По словам ответственных специалистов, в прошлом году было выявлено 16 таких фактов нарушения. Показатель не маленький, так как только за одно утро в объектив нашей камеры удалось запечатлеть 10 служебных авто, разъезжающих не в рабочее время. Во время проведения акции нам высылают свои видео и простой народ. Сначала мы проводим расследование, затем дело отправляем в совет по этике, а там уже госслужащему принимают меры. Как заверили специалисты, каждого, кого нам сегодня удалось заснять, они привлекут к ответственности и объявят их имена в ближайшее время. Валерий Татаренков, Мадияр Серик, Шыңгысхан Кенисхан, Нурлан Успанулы, 77 News.